Наступает холодный период года, и жители Славянского района начинают активно пользоваться отопительными приборами. Но важно помнить, что от их исправности зависит не только наличие тепла в домах, но и здоровье и жизнь людей. Впервые за много лет, по словам славянских пожарных, в нашем районе произошел крупный пожар, вызванный утечкой сетевого газа. Подробности в нашем следующем материале. 15 октября в 19 часов 45 минут по улице Летней в поселке Садовом прибрежного сельского поселения произошел пожар в восьмиквартирном двухэтажном доме постройки 60-х годов. Под удар попали две квартиры первого и второго этажей. В момент трагедии в них находилось два человека. В кратчайшие сроки на место прибыли все службы экстренного реагирования. Специалистам противопожарной охраны удалось быстро локализовать очаг возгорания. Жители пострадавших квартир с ожогами и травмами различной тяжести были доставлены в Славянскую ЦРБ. Причиной возгорания названо нарушение правил использования газопечного отопления, в результате которого и взорвалась скопившаяся газовоздушная смесь. В результате было эвакуировано население с домовладения. В результате взрыва два пострадавших, мужчина и женщина. Женщина 54-го года рождения, мужчина 70-го. Все находятся в Славянской ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Проведены следственные действия всеми уполномоченными организациями, также следственным комитетом. По предварительным данным, это неосторожное обращение с газовым печным оборудованием. Остальные шесть квартир дома в результате пожара не пострадали. Снабжение населенного пункта газом, водой и электроэнергией было восстановлено в кратчайшие сроки. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».